Здравствуйте, дорогие друзья! Мы задержались на полчаса из-за технических причин, причинческих технин и прочей всякой ерунды. Вас очень много вообще. Я, честно говоря, думал, что придется кричать в зал: «Поднимите ваши четыре руки!» А нет, три, ну ладно. Блин. Евгений Сайн, Ольга, младший наш сотрудник. Приветствует вас. Мы начнем, у нас будет коротенькая программа. У нас есть короткая и произвольная программа. Сегодня у нас будет короткая программа. Вот, поднимайте ваши таблички, которые вам раздали за артистизм и технику. Ну что, поехали. Меня зовут Андрей, и я разработчик Java. Мне 48 лет, но я гляжусь моложава. Сигареты Ява, чай, принцесса Ява. У меня для вас есть ю, отличная объява. Итак, Java-программист, тебе пора на пенсию. Нет, на восхитительную Java-конференцию. Уверен абсолютно каждый наш участник. Писать на Java не работа, писать на Java праздник. Ты все еще скрипишь над скриптами на перле. Это же Doom 1.6.6.6, ад на земле. Ты все еще считаешь, что лучший C++? У меня зарплата выше, я с тобой не соглашусь. Java-конференция полезна новичку и крутому профи в ракушках старичку. Идут и тестер, и девелопмента шеф. Мы повторяем вместе while true этот припев. Камон, Java, это Java. На лучшем языке писать имеешь право. Java, это Java. Это супер тема, не какой-то сир. Java, Java, это Java. Я буду исполнять в голове байкод Java. Спасибо.